Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Санкт-Петербург, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему, что его стали напрягать передислоцировавшиеся в Беларусь после мятежа Пригожина наемники ЧВК «Вагнер». Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. При этом на уходящей неделе белорусская армия провела совместные учения с ЧВК «Вагнер» под Брестом, на границе с Польшей и Украиной. В Варшаве на это отреагировали переброской к восточной границе части войск, после чего Владимир Путин заявил, что Польша планирует захватить Западную Украину и что нападение на Беларусь будет считаться нападением на Россию. Приехали в Питер, чтобы сфотографироваться.